Так, сорт томата бабушкина. Вот такие вот у нас кисти. Раз, два, вот три плода на этой кисти. Вот такой вот томатик. Уже почти полностью созрел. Здесь два томатика на кисти. Так, это что тут у нас? А, здесь вот один томатик. На втором кусту вот три таких плода на кисти. Здесь два больших плода. Вот такой плод в ладошку не входит. Начинает трескать. Сейчас стараюсь уже реже поливаю. Сегодня 5 августа. Томат бабушкина. Выращиваю первый год я его. Ну, будем пробовать на вкус. Добрый день, с вами Светлана и мой канал «Любимый сад и огород». Сегодня посмотрим, как выглядит на разрезе. Попробуем на вкус томат бабушкина, сорт бабушкина. Вот такой он по внешнему виду, этот томатик. Вот такой. Есть немножко вытянутой формы, есть плоской, округлой и разные. Вот такой вот он. Ну, сейчас самый мягкий возьмем, разрежем его. Посмотрим, как выглядит. Желтое пятно у плодоножки где-то побольше. И этот томат трескает еще. Так, сейчас свешиваем по весу, сколько эти томатики у нас. Так, ну вот этот 234 грамма. Так, самый большой 324 грамма. Вот самый большой томат. Ну и вот этот свешиваем еще. Это 270 грамм. Сейчас посмотрим, как выглядит томат на разрезе. Эти томаты я садила первый год. По урожайности мне понравились. Они начали зреть одни из первых. Ну вот такой вот он красивый на разрезе. Такая арбузная мякоть, мясистый томат. Вот красота какая. Ну, попробуем на вкус. Вкус мне такой нравится. Сластинка чувствуется. Кислота, можно сказать, не ощущается. Очень приятный вкус. Томат бабушкина. Рекомендую. Семена этого томата будут в наличии. Канал «Любимый сад и огород». Подписывайтесь на мой канал.